четверг, 13 мая, в исполкоме прошло рабочее совещание по подготовке к проведению Дня города в этом году. Главный вопрос, с чего, собственно, и началось совещание, будет ли праздничная проходка по улице Дружбы народов. Я хотел бы сегодня обговорити с керівниками підприємств, в першу чергу, або с представниками підприємств. Це наша традиційна хода, яку ми пропустили в минулому році через пандемію. І яка під великим питанням в цьому році. Хочу, щоб ми порадились і прийняли попереднє рішення сьогодні, чи будемо ми її організовувати. Всі інші заходи, зрозуміло, що ми плануємо, вони вже в роботі, частина закупівель проводиться, але по ході питання, справді, чистий лист, чистий аркуш паперу, не знаю, що з цим робити. Відверто не знаю. Ще є вимоги щодо дотримання відстані. Це... а точніше площі 4 квадратних метрів на одну особу. То якщо ми зможемо дотриматись цього, тут на керівників і організаторів колектив буде покладено завдання, то в принципі його ходу провести можна. Але тут інше питання, заходи інші, які будуть відбуватись на площі, як в цьому випадку дотриматись цієї встановленої норми щодо перебування людей. Представители ведущих предприятий города ЧАЭС, АРС и ВЧ-3041 высказались за проведение этого традиционного мероприятия с учетом карантинных ограничений. А вот руководство больницы, представители отдела образования и науки рекомендовали в этом году воздержаться от массовых скоплений. С точки зрения медицины, я уважаю, потребно утриматься от будь-яких скупчень населения, в том числе и ходы. В будь-якому випадку буде близьке контактування всіх учасників процесу, тому ми не зможемо дотриматись інфекційного контролю. Медицина не за. Бо є і загроза, але є і бажання. Ну, люди все одно хочуть отримати хоч трошки свята. Рішення буде окончательно прийнято через неділю, 21 мая. Само празднование Дня города состоится, только, вероятнее всего, без большой сцены на центральной площади. А распределение культурных и спортивных программ будет осуществлено на различных локациях. Так, в частности, соревнования по воркауту будут проходить в Печерском квартале. 4 июня в пятницу будут проведены награждения молодежи и вручение городских наград. Основная площадка для праздника будет городской парк и еще несколько локаций, одна из которых с обратной стороны детской школы искусств, где уже фактически есть сцена, и там смогут выступать группы вечерней программы. Мы планировали, что в этом году еще это сделать как-то так офф-онлайн. Что мы сможем? Парк, он больше такой, у нас сейчас он стал современный, но он обмежит количество людей, которые могут туда прийти, в том смысле, что ну, не будут ходить по площі, а ми будемо дійсно проводити. Хто захотів, прийшов, подивився. Хто не хоче, пішов кудись собі в інше місце, там виставки десь будуть. Будемо прагнути задіяти повністю всі локації на вулиці, щоб не заводити людей в приміщення. Также планируется распределить и фудкорты, чтобы избежать большого скопления людей. Обсудили и проект «День города в каждом дворе». Но самый главный вывод из этого совещания – День города 2021 будет. А как его провести и интересно, и безопасно для словачан – это, пожалуй, самая сложная задача для организаторов. А начиная с этой недели, мы предлагаем вашему вниманию архивные программы о том, как проходили дни города в Славутиче, в ту эпоху, когда мы еще не знали, что такое масочный режим и коронавирус. Сегодня после экспресс-выпуска смотрите репортаж, снятый 30 лет назад ТРК «Славутич» о дне города в 1991 году.